Развитие инфраструктуры с учетом мнения волокжан. Именно по такому принципу создавался остановочный комплекс около драмтеатра. Этот опыт молодые вологодские архитекторы представят на форуме «Социальные инновации Лига молодых». Совместно с городскими властями они расскажут о современных подходах в проектировании городской среды. Подробности в нашем следующем материале. Зеркальный потолок и скамейки необычной формы. Этот остановочный комплекс около драмтеатра больше напоминает арт-объект. Необычная остановка на улице Притеченской появилась в конце октября, после того, как проект, разработанный молодыми архитекторами, одобрили городские власти. Такая необычная форма остановки, в том числе, обусловлена сложным рельефом, поскольку здесь такое непростое место, здесь имеется и уклон, и, собственно говоря, достаточно узкая ширина тротуара. Хотелось сделать ее проходной, и мы действительно сейчас видим, что она работает так, как было задумано. По словам специалистов, проект получился уникальным, прежде всего потому, что в основу легли пожелания самих жителей областной столицы. Ребята изначально поставили себе цель – сделать удобную остановку, которая бы нравилась волокжанам. Когда еще не было остановки, прямо там собирались конструкции, на которых обсуждали с жителями, которые ждут этот автобус, обсуждали и простраивали разные варианты, какая получится остановка. Этот эксперимент показал, что людям не безразлично, какие на самом деле остановки, на которых они ждут транспорт. Люди хотели многое от этого места, и многое воплотилось. За этот проект волокжане уже не раз были отмечены как на областном, так и на всероссийском уровне. В этом году остановочный комплекс у драмтеатра получил российскую премию «Архивуд» в номинации «Дизайн городской среды». Но самую высокую оценку работе, объединившей усилия городских властей, молодых архитекторов и волокжан, поставили сами жители областной столицы. Деревянно, красивее, конечно. По крайней мере, тем, что было раньше, здесь намного лучше стало. Здесь хоть посидеть есть и крыша. Раньше было здесь это ларек и что-то рядом с ним непонятное что. Потом как бы переделали, намного лучше стало. Такие совместные проекты будут представлены на втором международном форуме «Социальные инновации Лига молодых» в рамках секции соучастия молодежи в развитии городской среды. В Вологду приедет множество российских и зарубежных экспертов. О своем опыте соучаствующего проектирования расскажет и идеолог этого направления, американский профессор Генри Санов. Презентация его книги о том, как интересные идеи по преображению города объединяют жителей, одно из самых ожидаемых событий образовательной программы форума. Мария Суворова, Наталья Щепкова, Максим Тышковец, Вологда Портал.